Принято считать, что в музыке всего 7 нот. Также принято считать, что художники манипулируют всего 7 цветами. Цифр всего 10. Не так много букв в алфавите. Но при помощи 7 нот музыканты пишут прекрасную музыку. При помощи 7 цветов художники рисуют потрясающие картины. Так и визуальных медиа. При помощи кадров мы создаем визуальные истории. You didn't think it would be that easy, did you? Здравствуйте, меня зовут Максим Головачев. На нашем курсе мы будем собирать из видео крутые визуальные истории. Приходите, будет интересно.